Сейчас прозвучит песня Татьяны Дрыгиной. Песня, которую я пою своим дочкам. Когда я ее пою, я обращаю ее к дочкам, несмотря на то, что она написана для сыновей. Когда наступает мой час, когда, задевая крыши, ночные плывут облака, собой тени в тишину, когда мои мальчики спят, и я их дыхание слышу, по комнатам темным брожу, поскольку едва ли усну. Кто знает, какая цена падением их и победам, пока мои мальчики спят.